Копия молнии Зевса? Быть не может! Мощь наполнила Феникс. Слишком много мощи. Что? Что со мной такое? Прощай, смертная! И внезапно все прекратилось. Нет! Крылья поглотили молнию. Они созданы для полетов в грозу. Это невозможно! И все же это лишь начало. Ю-ху! Мы вылетаем из бездны! Ринувшись в самую бездну Тартара, Феникс осталась в живых и вернулась с победой. И с топором. Ну-ну. И с крыльями. Где незнакомец, за которым я гналась? И вправду. Куда он делся? Ей нужны были крылья, чтобы пересечь мост и все выяснить. Я не стал бы брать этот мусор. Кто знает, где он валялся? Феникс не раз рассказывал легенды об изобретателе по имени Дедал и о сотворенных им крыльях. Она подумала, что кто-то мог воссоздать их. Точно мусор! О, а вдруг он проклят? Приветики! Это Immortal Phoenix Rising, и мы продолжаем прохождение этой замечательной игрухи. Если ты не посмотрел прошлое видео, то рекомендую тебе его посмотреть. Там мы спустились в бездну, достали крылья и топор. Теперь мы нереально круты, и сейчас мы проводим разведывательную операцию, пытаемся залезть на мачту, чтобы достать вон ту штуку. А походу не получится. Ой-ой, еще и выносливость кончается, сейчас утонем походу. О боги! Что делать? Не могу на мачту залезть. Плывем к берегу скорей. Черт! Спасибо вам, боги, вы меня спасли. Я утонул, но воскрес. Продолжаем наше путешествие. Вон, там тоже эти штуки есть, смотри. Такие же топорики. Сейчас подплывем, посмотрим. Короче, нифига. Эта штука нам не поможет. Все, полезли наверх. Кристалл собирать. Нашел какую-то расщелину. Даже пещеру, я бы сказал. Тут ничего сломать нельзя. А если топором бомбануть сюда? О-о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 -
Еще и чаша какая-то, что это такое? А, что это? Бронзовый сосуд. Возьму себе на всякий случай. Конечно, бери. Тут и руда есть. Или это глина просто? Солома есть какая-то. Хм. Кстати, давай гранатик попробуем съесть. Ой, почему-то эликсир выпил. Ну вот. Ладно, открываем сундук. Кристалл, грибы нашел, золотой янтарь. Собирайте золотой янтарь, чтобы улучшить эффекты зелий. Найти золотой янтарь можно в светящихся древесных пнях и еще там где-то. Спасибо, конечно, но вот мне больше делать нечего, чем в старых пнях ковыряться и янтарь добывать. Короче, лезем наверх. Мы почти наверху. Здесь кристаллик нас ждет. Давай, залази. Какой-нибудь здоровый. Наверное, тоже здоровье поднимает. Сейчас узнаем. А там-то чего? Подожди-ка, ну-ка, давай посмотрим, что это такое. Офигеть. Тоже туда надо залезть. Что-то блестит там. Как нам эту штуку собрать здоровую? Может, разломать? Да ты по кристаллу бей. Так. Реально, кристалл я этот собираю. 70 кристаллов красных нашел. Ну, круто. Короче, туда я точно не залезу, потому что у меня выносливости мало. И я так полагаю, что вот эти топорики как раз бы нам помогли туда попасть, если бы у меня был предмет, который цепляется за них. Хорошо? Мы путь держим куда? Куда нам путь-то нужно? Про что там боги говорили? Через разрушенный мост нам нужно пройти. Вот о чем речь. Вон он, этот мост, и мы туда направляемся. Собираем, конечно же, грибочки. Ну вот, мы, собственно, и добрались до этого моста. Я бы сказал, что он не совсем разрушен и очень красивый. Удерживайте L плюс спринт. Зачем? Подожди, давай проверим. О, круто! У меня спринт есть! Ёк-макарёк! Чуть не упал. Да выпендривался.
Так, еще разок попробуем. Встаем, спринтуем. Вот как это должно было выглядеть. Где? Я иду к тебе! Держись! Я что-то не заболел. А где он кричал-то? Откуда? Там... Если бы Легерон был здесь. Он у нас герой, а не я. Что я могу? Усыплять чудовищ Тартара своими любимыми мифами? Ну, не знаю. По крайней мере, ты неплохо дерешься. Я думаю, что мы справимся со всеми. Мы собрали гранатик, сейчас еще грибочки, потом надаем люлей маленькому Ганону. Их тут несколько штук бегает. О, сюда еще хочу заглянуть. Смотри, какие тут золотые статуи. Это же это... Типа спортсмены. Какой-то Олимп прям. О! Ребята, битву устроили тут. Что вы тут делаете? Это мой чекпоинт. А вот нашлись. Смотри, как могу. Опа! С крыльями, товарищи, по кайфу разматывать вас. Блин, не успел. Чу-чу-чу-чу-чу. Вот это ты могешь. Я так же хочу. У него какой-то магический щит. А еще у меня выносливость кончается. Нужно их как-то обдурить. А-а-а, по спине попал. Получай. Сверху. А теперь вот так вот. Чуть-чуть-чуть-чуть. И мне бы прилетело. Блин, заблочил. О, он по-своему попал. Шикарно, они могут блокировать своими телами свои же атаки. Это кошерно. Вот это разнос. Добиваем, добиваем, добиваем от этого. Готов, один. Блин, прикольно тут комбинировать атаки меча и топора можно. Неплохо так. Заблочил. На тебе! Испытание скорости провалено. Это было испытание? О чем мне никто не сказал? Ой, ну ладно, хоть отмечусь тут. Короче, о! Фига себе. Что такое? Что такое? А, прикинь, это трасса. Вот, это трасса, тут забеги устраивали. Испытание скорости провалено опять. Так, я понял. Мы сюда встаем. И бежим. Давай! Опа! Выносливость кончается. Нужен, 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 нужен! И финиш! Фух. Выносливость кончилась, но я добежал. Забираем вот эту штуку. Что это такое? Куда это полезло? Монеты Харона. Две монеты есть. Странная монета с меткой Харона. Тифон и их украл. Харон так долго копил на мост. Короче, эти монеты помогут мне улучшить способности Феникс и предметы. Так что их нужно собирать. О, кристалл еще один, смотри. Удачненько я сюда залез. Давай топором. Интересно, для чего все эти кристаллы? Что я буду с ними делать? Наверное, апгрейживать свой оружейный арсенал. Ну все, пойдем спасать этого чувака. Надеюсь, в этот раз у нас получится. О, еще один кристалл, который увеличивает здоровье. Получена еще одна амброзия. Ну что, парниш, я пришел. Что это за курицы боевые? Ё-моё! Еще вот мне с курицами драться. Улетел в небо. О, он еще и деревья сломал. Вот это я уж мантельнул. По-моему, он не одно дерево сломал, а несколько. Там что, медведь, что ли? Смотри, какой здоровый. Прикольно, прикольно. Так, значит, я пришел забрать гранат. Корзиночку с гранатом. Отлично. И пойдем вон туда. Там, скорее всего, гнездо грифона, куда и принесли того чувачка. Опа, домики. Тут, походу, раньше жилая зона была. Смотри, вон еще люди в статуе.
И петухи, конечно, как же без них-то. Ого! Вот это они яростные! Куда побежал? Чё-то петушиные поступки тут. Знаете, в Гагры отправился. Ну чего, есть тут что-нибудь еще, кроме граната, которым я уже сыт? Еще один разлом, может быть, его как-то открыть можно? Нет, топор не откроет, точно. Здесь пусто. Давай, залази уже. Или спускайся. Не можешь залезть. Не можешь залезть! А жалко. Был бы Assassin's Creed, по крышам лазил бы. О, еще одна амброзия. Пойдем заберем. Где грифон-то, блин? 20 метров осталось до него. Мы уже близко. Но вначале надо забрать амброзию. Ну и грифон где-то тут. Где-то здесь. Во! А это что за дичь? Горгона? Взаправду? А, ну теперь понятно, почему каменные люди тут. Что это за свет? Нормально такая горгона. Может, подкрасться к ней? Ну попробуй, подкрадись. И что мы будем делать, если мы подкрадемся? Скрытность. Пригнитесь или спрячьтесь в кустах, чтобы вас не заметили. Таким образом вы можете избежать боя или использовать скрытую атаку. Сейчас попробуем. Скрытая атака. Фигак! Ой, досталось ей смачно. Черт! Она плюется! А еще по легендам, если на нее посмотреть, то ты в камень превратишься. Ай-яй-яй-яй, увернулся. Ха-ха-ха. Не попало. А если с лету? Вот так вот. На тебе! И мечом добивающий. Ох, да это что такое? Наручи, что ли? Наручи? Как на рисунках. Не может быть. Нет, может. Геракл, сильнейший из смертных, убийца чудовищ, в этих наручах бросал вызов Гере и совершал невозможное. А теперь их нашла Феникс. Просто повезло. Пацанчик, стой! Эй, вы! Сюда! Деритесь с тем, кто может дать сдачи! А, профукали момент. Это фиаско, братья. Такая крутая подошла к обрыву. И вот Феникс, одолев в бою Горгону, напавшую на Геракла. Ты нарочно так делаешь? В смысле, голосом? Геракла? Да, да. Так положено рассказывать о героях. Куча мороки, так и помереть недолго. Только я не могу. Не напоминай. О, боги! Кажется, я и скалу смогу поднять. Эх, сдвинул бы кто-нибудь мою скалу. О, Аид! Вы двое! Не стыдно? Видал, да? Наручи Геракла как могут. Поднимать камни. Ну, круто, конечно. Ой-ой, зачем я это сделал, блин? А, маленькие камечки. Нет, да, не привык я еще к геймпаду. Ладно, будем вручную драться. Парни, идите сюда. О, еще камушек есть. Вот как оно работает. Пока я тут разберусь. Похоже на магнетизм, кстати. Давай, кидай. Вот так вот. Смачно и хорошечно. Бабах! Надо вот эту завалить. Горгону, или как она? Мифическую тварь. Все, скончалось. А теперь с вами, ребята. Готов? Смотри, как могу. Видал? Блокируем атаку. Есть, еще раз заблокировали.
Стой. Не убегаем. Готово. Крутяк, всех раскидал. А пацаненок куда-то убежал, он туда. Чё ж, блин, такое творится-то? Всё никак до пацаненка добраться не могу. Ладно, пошли. О, а там чё летает? Кто это такой? Кто это? Мне стрёмно становится. Пойду возьму ещё вот этот камешек. Надо потестировать наручи Геракла. Давай, камушек. Пошли со мной. Меня эта птица что-то как-то подбешивает. Если она на меня нападет, У меня есть камень. Ну чё? Ты спустишься вниз? О, она огнем пуляется. Давай вниз спускайся. Лови! Промахнулся. Ладно. Придется решать вопрос в воздухе. У него... Ого, как она умеет. Так. Сейчас мы опустим тебя на землю. Крылья ей пробьем. Да что ж такое-то? Не получается. Какая-то она мощная. Ладно, попыточка последняя. На тебе! Есть! Это не птица! Че, серьезно, что ли? Ты еще удивляешься? Ты не поняла, что тут кругом одни мифические существа? И, по-моему, это была гарпия. Так что я тебя поздравляю, ты только что гарпии снесла бошку. Забыл еще раз подойти к этой арфе. Что это такое? Играть. Испытание лиры. Запоминайте мелодии малых лир и сыграйте их на большой лире, найденной в той же области. Так. Три ноты всего играется. А где большая лира? Большая лира. Она находится где-то здесь же. Осталось ее только найти. Угу. О! А там, оказывается, есть проход. И под водой еще что-то есть. Под водой настроение. А в строении... Может, лира большая? Ага, виднеется сундук. Открываем и получаем кучу всякого вкусного. Всплываем. Не ныряем, а всплываем. Мы сейчас потонем нафиг с тобой. Фу, хорошо, что тут крыша не утоплена. Так, ладно, пойдем теперь сюда. Смотри, какой-то кубик тут. О, притянуть объект. Давай попробуем. Поставим его сюда. И встанем сюда. Ништяк! Головоломки в стиле Зельды. Может, мы камень еще возьмем? Камень возьмем. Да блин, зачем мне этот кубик? Он же нормально стоял. Так что возвращаем. Короче, берем камень и кидаем его сюда. Вот и все. Пойдем посмотрим, что нас тут ждет. Если он туда упал, я спасу тебя! Клянусь! Да в смысле? Он не должен был сюда упасть, ты че? Он же не идиот второй раз упасть в пропасть такую. А вот мы с тобой, пожалуй, спрыгнем. Уись, снова летаем. Ну, а в этот раз приземлилась хоть нормально. Так что-то я не понял. Вместо того, чтобы пойти в храм Аполлона и поговорить с Оракулом, Феникс гоняется за незнакомцем? Феникс доброй душой стремилась помочь таинственному незнакомцу. Но не забывала и о том, что теперь храм Аполлона, а значит спасение от проклятия ее брата и друзей-воинов, были совсем близко. О да! Напомни мне, чтобы я так про свои промахи рассказывал. Зевс, доброй душой, убил свою первую жену, превратив ее в муху и проглотив. Что? Так вот, что случилось с Метидой. Я думал, она гостит у сестры в Вавилоне. Опс. Хе-хе. Вот так вот. Жизненные ситуевины обычных богов. Надеюсь, я сюда залечу. Ага. Еще один чекпоинт. Ну вот, собственно, как и в Зельде, там были тоже пещеры такие же. Проходя испытания их, мы получали какую-нибудь интересную вещицу, либо там что, души были, которые можно вкачать во что-нибудь было. Подзабыл я уже Зельду, подзабыл. Ну, короче, тут аналогичная ситуевина. Также можно призывать всякие кубики, шарики, при помощи которых решается головоломка.
Давай закинем вон туда шарик. Ой, шарик, кубик. Давай, кидай его. Что-то не появляется эта штука, чтобы кинуть можно было. Как так-то? Вот она появилась, эта штука. И прямо сейчас туда закинем. Надеюсь. Попаду? Есть попадание. Теперь сюда. Но тут не так далеко. Хорошечно. Бежим дальше. На нитро. Мне этот пропеллер напоминает, когда нитро врубается. Карлсона. Не знаю почему. Наверное, потому что у Карлсона пропеллер был на спине. Здесь знак Итаки. Одиссей. Ух ты, круто. Она так все предметы рассматривает, как будто первый раз в жизни видит. Лук, например. Ой-ой-ой, конечно, выпендриться нужно. Лук Одиссея. Чтобы владеть такой мощью, одной скорости мало. Нужно еще и умение. Кто ты такой? Покажись! Да не обращай внимания, это какое-то сыкло, которое болтает там за стенками. Получены стрелы Аполлона. То есть теперь сейчас еще стрелять будем. Ну давай попробуем. О, это не то. Прицелиться, значит, вначале нужно. А теперь стреляем. И что нам это дало? О! Классно. Смотри, смотри, смотри. Тут тоже есть вот эти штуки. Деревянные лазы. Проклятые места. Если вы окажетесь в местах, пораженных скверной Тифона, запас выносливости Феникса тут же иссякнет. Старайтесь по возможности избегать таких мест. Блин. Смотри, это зона скверны. Нифига себе, как выносливость съедается. Она похожа на огоньки Ганнона, помнишь? А я-то хотел вон туда запрыгнуть, на деревяшечку. Тут прям видно, да, что можно как-то пролезть еще по-другому. Ладно. Активируем вот эти столпы. Что-то появилось, нет? Что-то где-то там заработал. А, вот, смотри. Вот туда нам попасть надо. Опа! Двери откроются, нет? Что-то там еще вылезло. Усиленный выстрел. А, теперь дальше стрелять нужно. Сейчас натянем тетиву. Выпустим стрелу. Две цели легко поразить, но вот попасть в третью, для этого уже нужно быть искусным лучником. О! И думать забудь. Дети нынче меняют игры, как наручи. Никакой концентрации. Это от бога, для которого неделя уже длительное отношение. Давай еще раз попробуем. Присядем. И выстрелим. О! Умной стрелой можно стрелять, оказывается. Я не то первый раз сделал. Давай еще разок. Круто! И есть попадание. У тебя твердая рука, дитя. Может, ты и выживешь. Да, по-любому я выживу. Тебе еще по жопе надаю. Что там у нас? Это же этот... молния Зевса. Фига себе. Че, с лука попасть надо? Или может быть... наручи Геракла нам тут помогут. Ладно, давай стрельнем вначале. Ага. Ох, сколько кусочков. Как раз два, то, что нам и нужно. Вот и все. А вы тут меня парили со своими головоломками. Решается на раз-два все. Молния Зевса, дай мне сил. И выносливость, пожалуйста. Ну вот, теперь у нас две молнии Зевса, это означает, что у нас побольше выносливости стало. Ну вот, мы выбрались, а пацана мы так и не нашли снова. Обдурил он нас.
Заполучив ловкость Ахилла, быстроту Аталанты, смекалку Одиссея и силу Геракла, Феникс была готова ко всему, что могло ожидать ее в будущем. С такой ухмылкой вышла. И все? Это все, что у нее было? Ха! Удачи! Золотой шанс. Завершено. Смутное видение. Новое задание. Оракул уже близко. Желание спасти брата и друзей укрепляло решимость Феникс. Да, да, да. Ну, давай, давай. Фух, я уж думал, в этой луже утону. Ну чё, бежим теперь к новой точке? Я даже не знаю, спасу я брата или нет. Бегу за каким-то непонятным чувачком. Я так полагаю, что этот чувачок постоянно меня приводит к этим разломам, где я получаю молнии Зевса. Феникс увидела, как приспешники Тифона загнали незнакомца в угол. Героиню ждал тяжелый бой. О, надеюсь, незнакомца убьют? Да сейчас я их замочу. Вот это он пульнул в меня. Черт подери, а что это я забыл про наручи Геракла? Ребят, подождите. Я тут камушки поищу. Вон камни есть, смотри. Сейчас. Минуточку. Мне нужно собраться мыслями. И получай. Что-то слабенько как-то. Ребят, тихо, не паникуй. О, больно. Больно. Ладно. А как насчет стрел? Как насчет стрел? Бух, в глаз тебе. Ой, не в глаз. Промахнулся. Так, запрыгиваем отсюда. Вот так вот. Сейчас я вам накостыляю. Че это я подбитый какой-то? На тебе. В глаз. Есть хедшот. Отлично. У меня совсем чуть-чуть стрел. А-а-а. По мне тоже попали. И сбили мою стрелу. Так, тихо. Не паникуем. Ребятульки, выносливость кончилась. Это вообще не круто. А-а-а. Я себя чувствую, как вяленый носок. Выносливость что-то как-то тухло восстанавливается. Капец, как тухло. Так, бежим до камня срочно. Срочно до камня. Хватаем его. Да не-не. На кой черт его толкало? И вот сюда. Еее. Добиваем, значит, этого чувака. Бежим. Да что ж такое, как это так? Падай в речку. Ой, хвостом залетел. Убегаем. Где там камушки у нас еще были? На тебе. И... Черт. Что-то я потерял хватку. Стой тут, чувачок. Сейчас я быстренько разберусь с ними. Есть! И тебе сейчас прилетит стрела мудрая. Ага, прилетела. Готов один? Да блин! Да за спину ты забеги! Во, наконец-то! Да куда ты побежал, засранец? Уже все! Ну, выходи! Нет, спасибо! Тебе нечего бояться. Если бы я хотела тебе навредить, уже 100 раз успела бы проткнуть мечом. И верно. Ну, я выхожу. Феникс. Редкое имя. Спасибо за помощь, Феникс. Какая прелесть. Руки убрал. Спасибо. Я направляюсь в храм Аполлона, к Оракулу. И я. А, он в той стороне. Я так зовут осла. Чудно. Мне пригодится любая помощь, если мы вместе... Он что, сдриснул, что ли? Эй, куда ты делся? Опачки. Наручи! Грязный воришка! Я спасла тебя! А я-то думаю, про что это он сказал, какая прелесть? А он, значит, с самого начала глаз положил на мои наручи Геракла.
Я тебя понимаю, малыш. Ты готов для них на все, а они тебя предают. Ну что, я думаю, что на сегодня нам достаточно приключений. Если тебе понравилась игра, то с тебя лайк под этим видео и подписывайся, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.